И привет, друзья, Алексей Бу на связи. Хочу у вас еще одну детальку про Филиппины. Вот вы видите, мы здесь оплачивали наше social security филиппинское. И вот здесь оно, и там большая очередь. For 7,750 a month. Yeah. И большая очередь, и мы пришли. Я хочу вам показать вот одну деталь филиппинцев, некоторую их доброжелательность. Вот, и просто приятно, чтобы вы начали ценить этих людей, ценить эту страну и ценить это отношение. Вот мы пришли, нам дали талончик, и у меня был номер 365. Мы заполнили форму, и к нам подошел охранник, и он видел, что у нас там получается долго ждать. И он нам, позвал Раслин в сторону и дал ей талончик, который уже прошел. То есть вот прошел. И мы его показали, и фактически такой. То есть фактически он нам дал возможность сделать это все без очереди. Вот, ну и все, мы ему сказали спасибо. Вот, ну вот такие вещи здесь часто встречаются. Я на самом деле не удивлен. Конечно, кто-то может сказать, они задабривают перед иностранцами, но он ничего не попросил от меня, он ничего не пытался, как-то, не знаю, чтобы я ему там заплатил или как-то так на него как-то обратил внимание. Он просто увидел, что вот мы вдвоем, и думает, я его понимаю, то есть, долго человек приехал, то есть, в общем-то, побыстрее просто помочь. Вот это типичная такая простая, просто желание помочь. Извиняюсь, без всякого такого и, второго плана, что ли, там. И вот он нам дал, и мы фактически, реально, я рассчитывал здесь где-то часик простоять. И мы прошли буквально вот так. И я его поблагодарил, даже как-то неудобно, я даже не считаю, что я как-то это заслужил, такое отношение, но вот такое вам отношение, поэтому хорошо, если те все приезжающие будут ценить этих людей и относиться к ним с уважением, и чтобы просто ценить это место. Что еще у нас, уже заодно скажу некоторые новости. Мы продаем сейчас наших щенков. Уже у нас было 5, уже за 2 дня мы продали 2. Ну, сейчас продолжаем в таком режиме. Golden Retriever. Мы продаем примерно за 14 тысяч песо. Вот у нас уходит. Пока что скорость ту-ту-ту. Ой, в общем-то, хорошие. Так что, видите, у нас освободилось время, и мы можем, хочу вам показать красивый вид здесь. Вид на залив, то есть у нас освободилось время, и мы сможем пойти позавтракать здесь, друзья. Что еще я хотел? Еще дополнительное уже будет в других видео. Друзья, спасибо вам, всего хорошего. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Иногда очень интересные комментарии. Спасибо. А иногда комментарии такие злые. О, мне один парень написал: «О, ты такой мудак!» И спрашивает еще. То есть, он пишет мне, ругается, а потом спрашивает: «А почему ты меня забанил?» И он даже не понимает, что... То есть, именно потому, что ты ругаешься, поэтому тебя и забанили, если его вообще забанили. То есть, естественно, я... Прямо если я вижу, что человек как-то ругается, неуважительно относится к другим на канале, я его просто сначала удаляю комментарий, а потом баню. Поэтому ничего не удивляйтесь. То есть, как бы, начните быть вежливыми, что ли, там, в общем-то. Перестаньте жить, в какой-то, в лесах, там, самое. Все, друзья, Алексей Бу, всего хорошего, до связи.